Дорогие друзья, чем интересно участвовать в таких форумах? Потому что есть возможность услышать разные точки зрения. И я вот за кулисами сейчас очень внимательно слушала предыдущее выступление и размышляла, а вот хочу ли я, допустим, возглавлять коллективы, где у работников очень развита любовь к ошибкам. Я думаю, что я все-таки предпочла бы, чтобы рядом со мной были люди, которые действительно, действуя в условиях меняющихся обстоятельств, не боялись совершать ошибки, а не были людьми, которые любят и стремятся их совершать. Вот такая возможность у нас сегодня с вами есть, есть возможность дискутировать. Мы, конечно, на форумах говорим о будущем, о перспективах, как будет меняться картина мира. Мы все прекрасно с вами знаем, что человек сегодня меняет профессию 3-4 раза в своей жизни, будет менять 6-8 раз в жизни. Как нам выстраивать, как нам реагировать на быстро меняющуюся картину мира. Но мое выступление, всего своего статуса, оно связано больше с сегодняшним днем. Потому что моя роль в системе образования сегодня – это роль защитницы. И поэтому для меня очень важно, как сегодня живут наши воспитатели, что у нас получается и не получается, и что лично я вместе с своими коллегами, депутатами Государственной Думы, членами Общероссийского народного фронта, где я являюсь членом Центрального штаба и руковожу группой по образованию и культуре как основу национальной идентичности, можем сделать. Но я, тем не менее, хочу вам сказать, вот, что пространство вопросов, которые мы рассматриваем, оно реально всеобъемлющее, оно большое. И мы каждый раз стремимся вычленить самое-самое главное. И мы каждый раз, аргументируя власти необходимость уделять внимание большей системе образования, показываем и продолжаем показывать роль системы для будущего нашей страны. Мы действительно учимся каждый день, и я вот тоже осваиваю. А давайте я буду говорить следующий слайд, коллеги, да. И поэтому для нас очень важно не только опираться на собственную субъективную точку зрения. Как бы много ни знал тот или иной человек, какой бы пост он ни занимал, он всегда имеет свою собственную точку зрения, исходя из личного опыта. И поэтому нам очень важны результаты опросов, социальных исследований, социологических исследований, исследований, которые проводят ученые. И мы и теоретически, и практически все уверены о роли дошкольного образования. Но вот я позволила себе на этот слайд разместить исследование, которое показывает связь результатов ПИЗы, которую мерят уже у нас с вами в средней школе, да, с охватом дошкольного образования. И вы видите, да, чем выше охват дошкольного образования, тем реально выше результаты в ПИЗе. Мы ждем следующий слайд. Мы много говорим о развитии воображения, мышления, но еще есть те навыки, которые формируются в дошкольном образовании, реально навыки, которые нужны затем, чтобы стать успешным в трудовой деятельности. И вот на этом слайде размещены фактически те навыки и тот уровень овладения этими навыками, которые достигает ребенок в дошкольном, школьном возрасте, вот с разбивкой по годам. Почему нужна эта аргументация? Потому что именно на этой аргументации строится государственная политика. И вы все знаете, что последние 5 лет лейтмотивом, основным двигателем развития системы дошкольного образования стал тезис
обеспечения доступного качественного дошкольного образования. Механизм, через который работает государственная политика, один из механизмов, это механизм указов президента Российской Федерации. И вы знаете указы майские 2012 года, указы майские этого года. И мы фактически с вами смогли действительно серьезно расширить инфраструктуру дошкольного образования и поставить себе следующую задачу, следующий слайд, связанную с развитием детей от 0 до 3 лет. Но решаемые задачи, они касались не только строительства детских садов, это была федеральная программа, помогали реально субъекты. Одновременно на всех территориях педагоги придумывали самые разные способы для того, чтобы увеличить охват дошкольным образованием. И я приведу несколько примеров. Кострома. Няни оказывают социальную услугу, выезжая домой к мамам, у которых есть дети-инвалиды. Самара. Билдинг-сад. Введено ограничение при строительстве новых домов обязательно оставлять первые этажи для дошкольных групп. Ульяновская область, Ульяновский университет делает детский сад на территории университета. Следующий слайд. Для того, чтобы студентки могли продолжать свою учебу. И одновременно на этой площадке апробируют ряд новых образовательных программ. Омская область. Мобильные воспитатели выезжают в села, где нет возможности организовать детские сады. Красноярский край создает центр, который фактически оказывает методическую помощь тем, кто хочет создать маленький детский сад, семейный детский сад. И таким образом мы увеличиваем разнообразие организационно-правовых форм, форм работы с нашими детьми. Следующий слайд. На что больше всего мы сетуем? Мы сетуем на недостаток и на несправедливую модель финансирования вообще в целом в системе образования и в частности в системе дошкольного образования. В настоящий момент правительством разработан законопроект о социальном заказе. И этот законопроект внесен уже на рассмотрение в Государственную Думу, в соответствии с которым родители будут получать сертификат на обучение в дошкольном образовании и приносить его в тот детский сад, в котором они хотят, чтобы их ребенок был, развивался. В Ханты-Мансийском автономном округе уже идет апробация. И я вам могу сказать, что отзывы на сегодня самые хорошие, потому что, например, в негосударственном детском саду резко удалось таким образом снизить цену за детский сад. Фактически этот сертификат в данном регионе 3000 рублей в месяц. Это достаточно существенная сумма для региона. Следующий слайд. Но при этом мы понимаем, что цифра у нас получается с вами хорошая, почти 99% доступность школьного образования, но мы видим, что подчас те механизмы и методы, которые применяются для достижения этой цели, они не должны существовать на практике. Это переполненность групп и вот опрос Общероссийского народного фронта показывает нам с вами, что есть группы по 40-45 человек в детском саду. Конечно, такая работа, она не дает возможность сделать взаимодействие с ребенком эффективным. Следующий слайд. Мы также проанализировали материально-техническое оснащение детских садов на сегодняшний момент. Сюда я вынесла всего два слайда, чтобы не сильно занимать время. Но хочу сказать, что мы проанализировали, что есть в детском саду, есть ли у нас развивающие игрушки. И видите, что достаточность оборудования фиксирует, фактически только половина детских садов. Только половина детских садов. Следующий слайд. Мы
Знаем и получаем большое количество жалоб от родителей, что очень многое приходится покупать. И мы знаем, что покупают не только родители, но и покупают воспитатели детских садов и покупают за собственные деньги. Поэтому мы спросили воспитателей детских садов об этом, и только 8% говорят о том, что у них нет необходимости ничего покупать. Значит, 49% покупают постоянно, а 43% покупают иногда. Это колоссальная сумма. При низком уровне заработной платы учителя мы не должны ставить учителя в такую ситуацию. Следующий слайд. Уже звучал тезис, что надо меняться, жизнь меняется. Да, мы с вами меняемся. Мы учимся каждый день. Мы реально учимся каждый день. Потому что каждый день происходит что-то новое. Происходят новые стандарты, новые веяния. Происходит слияние, разделение школ, детских садов. Нам в этом во всем нужно успеть сориентироваться. И поэтому я считаю, что на сегодня ситуация такова, что система стремится осваивать новое, но осваивать очень осмысленно. Не все, что мы сегодня подчас пытаемся быстро внедрить, может быть, есть необходимость внедрять. Может быть, нам надо немножко повнимательнее прислушаться к тому, что говорят наши ученые, к тому, что говорите вы, и использовать те педагогические приемы, ту окружающую среду, которая есть у нас вокруг, и не всегда вот так тратить деньги, а большую часть денег отдать все-таки на развитие педагогов, воспитателей, учителей. Следующий слайд. Вот уровень зарплаты учителя, он у нас находится, в данном случае, воспитателя детского сада. Это две позиции, которые Общероссийский народный фронт мониторит каждые полгода, коллеги. И мы видим с вами на слайде, что у нас до сих пор есть частичная или полностью невыплаченная заработная плата в 10% субъектов федерации. Значит, что разброс заработной платы, вы видите, колоссален. То есть неравномерность по уровню заработной платы сегодня очень высока. Да, и мы с вами знаем, что 3/4 педагогов сегодня работают более чем на одну ставку. Больше, чем на одну ставку? Да. Сами красим, моем, делаем все остальное. Да. Значит, что мы тем самым у себя отнимаем? Мы у себя отнимаем возможность уделить внимание ребенку, понять, услышать, возможность побеседовать с коллегам. Это та позиция, над которой мы будем продолжать работать. И вот текущий опрос, который мы делаем, вы можете сфотографировать, презентация будет висеть. Происходит вот сейчас по этому адресу, и мы будем благодарны вам за ваше участие. Я вам могу привести пример полезности этой работы. 2,5 года назад к нам обратились учителя Забайкальского края о невыплате заработной платы, и они объявили тогда забастовку. У них не было другого способа получить заработную плату. Я могу сказать, что Общероссийскому народному фронту удалось решить эту задачу. Поэтому искренне обращаюсь к вам для того, чтобы у нас был использован ресурс нашего убедительного давления на принятие решения властью, нам нужно иметь более масштабную точку зрения. Следующий слайд. Но, конечно же, самое главное, что происходит в дошкольном образовании, это ваше реальное общение с детьми. Это ваша реальная работа. Ученые говорят фактически о двух подходах вот, в дошкольной педагогике. Это академический подход и всеобъемлющий подход. Если первый,
в качестве результатов дает нам как краткосрочные, так и долгосрочные результаты, но только по фактически конкретным навыкам, которые ребенок может продемонстрировать, то вот всеобъемлющий подход, конечно, дает нам возможность гармонично развивать ребенка. Я на эту тему не буду сейчас останавливаться, потому что думаю, что наши любимые ученые, которые здесь сегодня есть, они нам очень подробно расскажут о том, как правильно развивать ребенка, какие есть особенности, как лучше выстраивать социализацию. Давайте следующий слайд. Мы понимаем, что мы живем в условиях иных. Мы слушали сейчас о быстрой смене внешней картины мира, которая происходит по отношению к ребенку. Но реально меняется его фактически условия жизни, и мы видим, что, желая обеспечить безопасность ребенка, подчас снижается его активность и самостоятельность. Мы практически стараемся не выпускать детей во дворы, боясь, что там произойдет что-то не то. Да, мы сократили возможность разновозрастного общения. Мы все понимаем, что мама и папа сегодня работают на 2-3 работах. К сожалению, бабушки очень часто сегодня работают, и от таких бабушек тоже нет дополнительной позитивной социализации для детей. Это все действительно наши проблемы. Тенденция дистанцирования отцов от проблем воспитания, рост доли однодетных семей. И у нас действительно появилась с вами новая категория семей, это образованные семьи с высоким уровнем требований к ребенку и к образовательному учреждению. Это тоже вызов. Могу сказать, что, как правило, эти требования где-то к средней школе у родителя уже снижаются, но вот период дошкольного возраста и начальной школы, они держатся очень устойчиво. Много говорим с вами о влиянии информационного пространства, интернета. Не все очевидно. Думаю, что ученые со мной согласятся, что исследований пока недостаточно. Практик вывода из интернет-среды в реальность, их не так много. Вот я считаю, что жить надо в реальном мире. А то, что может улучшить мой реальный мир, если я использую интернет-технологии, я должна там взять. Потому что уход в виртуальный мир, это означает через некоторое время отрыв от реальности, и это означает уже в какой-то момент неадекватность, в том числе принимаемых решений. А если твои решения на кого-то влияют, на чью-то жизнь, это колоссальный риск. И, конечно, я хочу сказать, что в таких условиях у власти должна быть очень высокая решимость принимать те или иные решения. Уже прозвучало слово «игра Тамагочи». Мы все еще помним эту игру, и мы помним ситуацию, когда Япония, правительство Японии обратило внимание на резкое увеличение рост суицидов в Японии, детских суицидов. Была создана специальная комиссия для того, чтобы понять, в чем причина. Очень долго не могли найти причину. И в один момент вывели эту комиссию в круглосуточный режим и так провели информационную работу с населением, что смогли отсечь ситуацию, когда ребенок только выпал из окна и молниеносно сработали все службы, в квартиру, откуда выпал ребенок, одновременно вошли два представителя этой комиссии, правоохранительные органы. Там сидела спокойно играющая сестра. Она была где-то уже в 6-7 классе. И ей задают вопрос: а где твой братик? Она говорит: я его выкинула в окно. А дальше, а как он? А он сейчас придет, говорит она.
У нее спрашивают, а как он сможет прийти? Он же, наверное, умер. Да нет, он сейчас купит себе вторую жизнь. В течение суток было приостановлено производство данной игры, несмотря на то, что все законы рыночной экономики запрещают вот такое резкое вмешательство в работу коммерческих компаний. Компания приостановилась была приостановлено производство в течение суток, и все игры были изъяты из продаж. Поэтому, когда мы живем в очень агрессивной среде, в среде больших, быстрых изменений, реакция наша с вами, коллеги, должна быть тоже быстрая. Что делают депутаты Госдумы в такой ситуации? Я вам вынесла на слайд работу депутатов Государственной Думы за два предыдущих года. Этот созыв мы отработали уже два года. И вы видите здесь законодательные инициативы, направленные на повышение ответственности взрослых, которые стимулируют или повышение рисков жизни ребенка. Часть законопроектов уже принята. Это была быстрая наша реакция на тему синих китов. Сейчас идет работа, связанная с противодействием половому насилию детей. Это очень непростой труд, но мы его делаем для того, чтобы действительно создать систему такой превентивной защиты для наших детей. И очень рассчитываем, что наказание взрослых, которые рискуют жизнью детей, будет неотвратимо. Чего хотят родители? Это вопрос, на самом деле, который мы периодически с вами сами себе задаем, когда мы с ними встречаемся. Нам кажется, что мы делаем все правильно. У нас есть образовательные программы, у нас с вами есть планирование каждого дня, у нас есть понимание, как мы с вами достигаем какие-то результаты. Но родитель приходит и говорит ребенку 4 года, я хочу, чтобы он читал, писал и уже считал в пределах 100. И на данном слайде я провела результаты исследования Елены Юдиной, нашего исследователя российского, которая исследовала интересы родителей. И вы видите, что родители действительно в большей степени просят реальные навыки, реальные знания, безопасность, а игра у них достаточно как требование на низком уровне. Фактически мы имеем некое расхождение между родительским заказом и государственным заказом, который сформулирован в наших федеральных образовательных стандартах. Но с этим мы с вами работаем как с необходимостью достигать единого понимания на таком высоком уровне. Но очень часто у нас складываются разногласия с родителями по некоторым мелочам. Подчас причины очень разные, и они не являются причинами для конфликтов, если смотреть на них серьезно. Подчас родители начинают спорить, почему не дали роль ребенка на празднике, почему не тот костюм. Так я говорю. И это, конечно, изматывает вас, забирает силы. Но когда говорю с воспитателями, всегда поражаюсь, какие они гениальные решения находят, чтобы отстоять интересы ребенка. Вот недавно мне рассказали ситуацию, что ставили сказку «Золушку» и претендовали две девочки. Вы знаете, они ее немножко переписали, и у них было две «Золушки». То есть талант педагога, давайте поаплодируем нашим талантливым педагогам. Он, конечно, велик, но нам никуда не деться от того, чтобы проводить разъяснительную работу с нашими родителями. 1/3 родителей говорят о том, что они не знают, что происходит в детских садах.
Но если мы будем работать на две ставки, у нас времени не будет, поэтому мы будем с вами продолжать бороться за высокую зарплату на одну ставку. Я считаю, что цель родителей, государства и детского сада на самом деле едина. Нам нужно воспитывать интеллектуально сильных, физически развитых, любящих людей, страну, детей и желающих действительно развиваться и достигать больших результатов. Что может политика? То есть, что могу я и мои коллеги? Мы можем влиять на действия государственных властей с целью развития системы, улучшать условия труда педагогов и влиять на систему их квалификации, участвовать, естественно, в разработке стандартов образовательных программ, вовлекать в образовательный процесс семьи и общество, чтобы они вовлекались, входя комфортно, не принося дополнительные нагрузки нашим воспитателям, а действительно становились партнерами и помощниками. И, конечно, постоянно мониторить то, что происходит в системе, чтобы защищать и помогать. Спасибо большое.